Всем привет! На карте вы видите город Созополь. Сейчас расскажу о западном районе. Золотая рыбка. Пляж Золотая рыбка является самый большой пляж на территории города. Вдоль пляжа построены отели, комплексы, самый известный из них это комплекс Санта-Марина. Самый большой комплекс на территории города. Комплексы Лагуна Бич, Созополи и Блу Ориндж. Сейчас покажу примерно, как эти комплексы выглядят. Комплекс Лагуна Бич, комплекс Созополи и комплекс Блу Ориндж. А сейчас покажу комплекс Санта-Марина. Итак, вот это главный вход в Санта-Марине. Вот как он выглядит. Здание, которое вы видите здесь, является ресепшн. То есть после того, как вы зашли на территорию комплекса, поднимаетесь по ступеньках на первом этаже и вы увидите ресепшн Санта-Марины. А вот на этом месте, где припаркованные машины, останавливается туристический паровоз, который курсирует между Созополя, между центральной частью города и Санта-Мариной каждый час. Давайте сделаем так. Покажу примерно, как выглядит маршрут. Остановка Санта-Марины. И конечная остановка, Черномуре называется, находится на улице Республиканской. На машине это расстояние получается примерно 2,5 километра. 4 минуты. Паровозик преодолевает это расстояние за 10 минут. Если вы решите пойти пешком, получается где-то 30 минут. Сейчас покажу, где именно останавливается паровозик. Паровозик, который приезжает в Санта-Марину, останавливается именно здесь. Вот это его остановка. Она никак не указана. Для вас ориентир будет вот это здание. Называется Дом военно-морского флота. Оттуда и отправляется паровозик в сторону южного района Кавати. По этой улице Республиканской. Паровозик, который с Кавати возвращается обратно в центре, останавливается на вот этой остановке. Называется у нас синяя остановка. Оттуда отправляется и в сторону Санта-Марины. Другие ориентиры для вас будут отель Селена, отель Велолист. Вот эта площадь называется площадь Черное море. Здесь есть большая кафешка, называется Energy. А вот здесь другая кафешка, называется Черномуре, на болгарском языке написано. Какие еще варианты есть добраться до западном квартале? Автобусы, которые отправляются с Созополя до Бургаса, они останавливаются вот здесь. То есть вот остановка.
Вот именно здесь останавливаются автобусы, которые отправляются с Созополя на Бургас. Они отправляются каждые 30 минут, то есть можно на этом автобусе отправиться в западном районе Золотая Рыбка. Автобусы, которые возвращаются с Бургаса, они останавливаются вот здесь. Вот здесь остановка находится. То есть есть три варианта добраться до центральной части города. Маршрут уже понятен. Первый вариант — туристический паровозик. Второй вариант — автобус, который едет до Бургаса и обратно. И третий вариант — это на собственной машине, либо на такси. Все отели и комплексы, которые построены дальше, вот в ту сторону, для них добраться до центра города еще сложнее. То есть те, которые находятся еще дальше, там почти единственный вариант получается добраться только на такси, либо на машине. Либо просто нужно пешком пройтись, дойти до остановки автобусной, либо до остановки, с которой отправляется туристический паровозик.